Привет, друзья! Вы понимаете и знаете, что антистрессовая подготовка у нас имеет свою собственную концепцию. Вся тренировка, подбор приемов путем перебора, раскрепощающих приемов и тому подобное, поскольку это превентивная подготовка стрессоустойчивости к предстоящим действиям, проводится в условиях близких к реальным. Там не нужно, чтобы была тишина, удобное кресло, потому что все эти приемы такие, которые психологи обычно используют, чтобы человек расслабился, научился расслабляться. Они вот на случай, когда надо готовиться к штурмам, мозговым штурмам или физическим штурмам, или ехать на войну, или наоборот, готовиться к олимпиадам умственным, математическим, или к чемпионатам каким-то спортивным. Ну, короче говоря, антистрессовая подготовка отличается от обычных психологических методов тем, что производится в условиях близких к реальным. Вот бы больше шума сейчас, больше шума, больше трескотни. И как раз в этот момент мы проведем, вы мне поможете подобрать галстук, потому что мне нужно сделать супер фотографию. Меня там будут каким-то образом хвалить, награждать или выбирать. В общем, мне нужна фотография, а вы мне поможете. А я сейчас буду говорить, это, допустим, один, это два, вот это номер два. Принцип подбора путем перебора, чтобы у вас запечатлелось, что приемы саморегуляции подбираются по принципу подбора путем перебора. Именно тот прием подбирается, который вам полностью соответствует, вот как галстук, который сейчас будет подходить ко мне. Потому что я специально надел такую дикую красную рубашку дурацкую. Но ведь можно так создать гармонию. Точно так же и в организме бывает очень большой какой-то недостаток, неполадок. Так. Ну, можно создать гармонию, согласовать все процессы. Вы считаете, да? Считайте, пожалуйста, чтобы внимание развивалось одновременно. Так, поехали. Я немного взял галстука в этот раз. Немного. Так. Ну, давайте будем скоро заканчивать, потому что я вам хочу сказать важную вещь. Вчера смотрел нашу Катю Головину. Она, ну, объясняла, как она использует метод ключ. В Украине. И я очень радовался за нее. Поздравляю, Катенька. Поздравляю, Катенька, тебя, что ты не терялась, отвечала на вопросы, да, потому что Катя у нас большие стрессы перенесла, панические атаки перенесла, в больницах лежала вот уже пару лет, она не лежит в больницах, она даже рисует, она даже там много чего делает, и она уже других немножко консультирует, и я тебя, Катенька, поздравляю. Так, ну и давайте последнее посмотрим. Но я хотел что сказать, что когда Катя отвечала на вопросы, я очень за нее переживал, потому что там были такие вопросы, ну, не такой точно вопрос, но примерно такой вот. А вот говорили, что надо два раза голову поворачивать или три раза голову, а сколько точно? Ну, это все равно, что спросить, а почему колесо круглое? Ну, очень трудно же сказать. Поэтому мы развиваем у человека стратегическое понимание. Слушайте себя и в соответствии с задачей, которую вы решаете. Во, шум пошел. Ура! Антистрессовая подготовка. Давайте, давайте, ну сильнее. Во, как надо энергию напряжения, стресса использовать в собственных интересах. Видите, да? Прямо Бог послал. Ну что же такое? Замолчали. Вот так стрессоустойчивый человек, который умеет использовать энергию стресса в собственном направлении, куда он хочет, что он хочет. Я сейчас использовал для того, чтобы видео сделать. Ну? Вот этот, например. Ну, посмотрите. Посчитали, посмотрели, и мне потом, пожалуйста, напишите там в комментах, потому что мне нужна очень хорошая фотография. А может быть, даже рубашку сменить на белую, на синюю, может быть, пиджак другой надеть или мягкий свитер. Вы мне дайте совет, друзья. Хочу сказать главное, что как раз-таки три раза поворачивать или пять раз поворачивать, я понимаю этих людей, которые не в курсе стратегии.
Стратегия заключается в том, чтобы чувствовать, сколько раз тебе поворачивать, чувствовать, какой галстук надеть. Чтобы это чувствовать, нужно делать разгрузку. Когда вы делаете разгрузку, доходите до нуля, до нейтрального состояния, сидите там, у вас восстановление происходит вашей нормы, Творца внутри вас, открывается творческий качество способности, появляется какое-то ощущение целостности мира и своей ответственности в нем. Ну, как ты начинаешь понимать себя, потому что сбросил страхи, комплексы, стереотипы, шаблоны, всякие наваждения, впечатления, тревоги дня и беспокойства. И вышли на самое себя. Ну, там у тебя и формируется, развивается способность чувствовать, что и как в жизни надо делать. И когда ты видишь, там кто-то тебе говорит упражнение, надо 3 раза делать вот так, или, например, 3-4 раза, то ты не спросишь, 3 раза все-таки или 4 раза все-таки. Это же глупо выглядит. 3 раза все-таки или 4 раза все-таки. Мы же это вот 3 раза или 4 раза, это тактика. Но нам главное развивать стратегию, понимание. Вот у нас, например, в школе «Человек будущего» многие уже понимают, почему, например, Луиза Хей колотила подушку до исступления, а потом села и говорит, ой, надо любить себя. Почему? Потому что повторяемые движения снимают напряжение. А частота повторяемых движений коррелирована с уровнем напряжения. Она разгрузку так сделала. Ну, ей же не спросишь, а ты 5 раз колотила подушку там, или 6 раз колотила подушку. Она колотила, сколько организм требовал. Колотила, плакала, потом села, ее отпустила. Вот разгрузка. И в школе нашей «Человек будущего» Хомов и Туру, слава Богу, уже понимают, почему, например, канцлер Германии Вильгельм закупал лесные угодья и вырубал леса. Понимают уже, почему, например, в Анне Карениной у Толстого, значит, Левин косил лук и иногда приходил в состояние счастья. Понимают, например, почему, когда великая детективистка создавала все свои произведения детективные великие, она это делала «Моя посуду». Да-да, вот понимают уже. Да, они же не спросят, а сколько раз надо. «Моя посуду надо поворачивать рукой». Но это немножко так выглядит, друзья, что, короче говоря, наш старый шаблон учиться на основе повторения «Мать учения» вот и заставляет людей, когда они сталкиваются с каким-то новым, а сколько раз голову там поворачивать, а сколько раз вдохнуть или выдохнуть, 3 раза или 4 раза. Вот шаблонное мышление заставляет, потому что нас не учили мыслить. Нас не учили принципу подбора путем перебора. Вот. Итак, я надеюсь на вас, друзья. Вы сейчас мне напишите, какой галстук подобрать или сменить рубашку. А может быть, другой пиджак надеть или теплый такой, как называется. Вот я забыл, как называется. Но мне главное фотографию хорошую сделать, чтобы все было подобрано. А новичок, если сюда сейчас зашел и думает, что они дурачатся, галстуки подбирают. Открывай ролик и посмотри, дорогой мой или дорогая, на нашем YouTube-канале, что у нас за школа. У нас школа, которая развивает способность мыслить, а не только подражать. А это главное, потому что человек – это Homo sapiens, человек разумный. До встречи, друзья!